цены ниже, зарплаты выше, больше связи с народом, наверное. Ну, я очень надеюсь, что состав будет более молодой, чтобы молодежь наша такая продвинутая, чтобы со своими идеями новыми пришла, чтобы они действительно были патриотами своей родины и чтобы они были справедливыми. Главное, чтобы они работали и были честными. Мне вообще, в принципе, все равно на возрастной ценз. Лишь бы они работали и делали это, ну, для их основной, как бы, цель у них, это на благо народа и на благо страны работать.